ушел из жизни бывший пресс-секретарь Аскара Акаева Ильяс Бекболотов. Об этом Facebook сообщил его друг, исполнительный директор Ассоциации выпускников российских, советских вузов Кыргызской республики Эсен Салиев. Долгое время Ильяс боролся с тяжелой болезнью. Еще в марте его друзья бросали клич: «Ильясу нужна помощь». Он оказался в реанимации Центра гематологии и онкологии. Был в коме, вышел из нее, нужна была кровь. Ильясу Турсунбековичу было 46 лет. Имущество Шадиева конфискуют после решения Бишкекского горсуда. Об этом подтвердили в пресс-службе Верховного суда. По данным ведомства, у стороны Шадиева есть 10 дней после оглашения приговора в первой инстанции оспорить его в горсуде. В случае, если Бишкекский городской суд оставит приговор в силе, то конфискованное имущество Шадиева подлежит изъятию. Отметим ранее, экс-депутат Аскарбек Шадиев был приговорен заочно Первомайским районным судом к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его адвокат, в свою очередь, заявил, что намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции. По данным решениям суда, конфискации подлежит следующее имущество Шадиева и его близких родственников на общую сумму 1 852 236 000 сомов. Карван 4 сезона 33,33% уставного капитала. Аква Инвест Плюс 50% уставного капитала. Карван Групп 50% уставного капитала. Трейд Инвест торгово-развлекательный центр Аларча 100% уставного капитала. Лорель 50% уставного капитала. Частный дом номер 14, жилой комплекс Аларча, село Ортосай Аламединского района. Частный дом контур номер 19, жилой комплекс Аларча, село Ортосай Аламединского района. Офис в Бишкеке, проспект Манаса 11/1. Автомашина Toyota Land Cruiser 150. Денежная сумма в размере 5 954 долларов США в коммерческих банках, принадлежащих Аскарбеку Шадиеву. Денежная сумма в размере 57 069 долларов США и 290 535 сомов в коммерческих банках, принадлежащих супруге Шадиева, Асель Шадиевой.